Я вас всех приветствую, Александр Набите, и сегодня мы продолжим играть в игрушку Fallout Ultimate Carnage. На прошлой серии мы остановились на том, что мы купили вот эту вот замечательного красавца, красавицу. А, значит, а что? Что было вообще в предыдущей серии? Мы купили вот эту вот красавицу на ебать каких широких колесах. А, в принципе, игре похуй, физика тут не работает, поэтому... А... Какие планы на сегодня? А план на сегодня, во-первых, надо ее докачать полностью. Надо посмотреть, что мы не качнули. А мы, вот, да, так раз я угадал, мы установились на подвесочке. Сейчас мы все прокачаем до фула. Если у нас, конечно, хватит бабла, я надеюсь, хватит. А, ну да, уже кузов пошел. Мы облегчаем, ставим попрочнее и еще там каркасик был все у нас full тачка у нас все тут по фуллу, все все по госту 2 500 осталось 12 косарей куда-то просрали а, следующий этап за первое место здесь дают а, 6000 давайте его начнем проходить полетели Ну что ребята полетели а, нас как всегда за затулили в какую-то пизду мы просто где-то валялись э, на дне, ну ничего страшного, потому что уже четвертое место, а это я скажу вам ну, сов совсем уж неплохо, совсем уж неплохо. Так, преследуем, преследуем, ребят. Так, все, двое, двое сразу отлетело. Это я считаю замечательно. Так, надо кого-нибудь пропустить, потому что мы сейчас пропустим. Точнее, да, мы про. Мы должны. Про, я хотел сказать, пропустим веселье, но извиняюсь за, за тавтологию. А, давай, Джек. Дж, Джек Бентон, Джек Бентон, полетел. О! Балдеж! Все, за трассу выкинули! За трассу! А, нет! Живой, падла! Ты как и. А, ну все. Блядь, извиняюсь. <laughs> чел просто и... А, нет, чел проехал половину трассы, окей. Ну, неплохо, Не, неплохо, я скажу. Хорошее начало. Что-то что вообще сейчас ненормальная херня творится. Он ее занесло. Под конец. А, выровнялась. Глянь какая. Так мы еще и рулить умеем. А, я ее перепрыгнул, понял. Так, и... Я... Кстати, тачка-то начала неплохо рулиться. Точнее, она... Она как стала легче? Она реально такая... ну, побыстрее чуть стала и поуправляемей, чем была до этого. Прям на скорости и балдёж ее управлять. Так, у нас София Мартинес. Ну, у нас сегодня претенденты, как обычно. Это София Мартинес и это Джек Бентон. Джек Бентон у нас уже пошел отдыхать, пошел поспать. А вот, кстати, Фрэнк Малков. Он, кстати, в прошлой серии тоже так неплохо фигурировал. Пусть давайте его парканем. Пять кругов, Пять штук кругов? Да ладно. Ёк, макарек. Здорово. Здорово, ребята. О, 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 Софию, Софию подбили. Софию подбили. А, я только что понял, что тут за трассу нереально вылететь. Поэтому Джек Бентон тогда и приземлился. Ну, сказать, блядь, пять, кругов. Пять ебаных кругов. Так можешь за пять кругов догнать по второму кругу? Да? О, ну, каких... ну да, каким-нибудь ребят догнать? Кругов же до хера для этого дано. А давайте попробуем. Давайте, почему нет? Машина, в принципе, позволяет. Давайте догонять последнее место. Будем пробовать это делать. Тем временем нас... Ну... Но... Понимаю, понимаю. А, догнал, догнал. Вряд ли, наверное, уже у меня получится моя идея. Но... Но зато я вижу Софи мартынес Мартинес. Здравствуйте, хочу, хочу влепить вас в стенку. А, понимаю. Умная все-таки, умная зараза. Так, обгоняем по-красивому. Ручничка, а, отлично. Все, летим на третьей передаче. 140, 132 км в час по, по, по песку. Я считаю, это балдежно. Забираем нитро. И полетели. А, нитро воздухе использовал, понимаю. Давай, давай. О, Молодежь, все, все, выравниваемся, выравниваемся. Бля, пять кругов. Кто это придумал? Это, наверное, это будет длинный этап. Это будет реально длинный этап. Потому что если... Ебать. Ну, такое. Такое, конечно. О, Куртис Вульфи пошел поспать. Бывает. Бывает, бывает всю в жизни. Так. Ля, они не остаются, кстати, от меня, ребята. Не, я, я, хочу от них оторваться. Пошли они нафиг. Дайте, Дайте пацаны, пацаны погонять, пожалуйста. Не, не в этот раз. Не в этот раз. Слишком много кругов. А то мы тут на три часа засядем. Ух ты ж ёк, Хотя, давайте, пацаны, летите. Кон нужен контент. Давайте. О! Отлично. Хорош. Все, пошел дрифтить. А, ну... Ёбаный рот. Случайно въебался. Не виноват. О, Со Со Софья Мартинес. Софи Мартинес, вы меня заебали. Вы все время у меня на глазах. О, Фрэнк Малков отлетает. Хотя не, нормально, кстати. О, небольшое комбо. Развернул сразу двоих. Отлично. О, Фрэнк Малков валяется. Здорово, мужик, здорово. Это просто хотел как-то сбить. Ну да ладно, не получилось. А, у меня заднее стекло целое. Так я еще имбой оказывается, у меня тут еще тачка цела. Если, тут, если в этой игре с, 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 целое стекло, то все. Это может считать, у вас машина полностью целая. Так, давайте пропустим там молодого человека, он так, он так прет, он прям так хочет меня обогнать. Давай. Давай, давай, давай. О! Все, пошел. Бля, можешь его добить, хотя пятый круг. Надо было это раньше делать. Куда мы его сейчас в стенку влепим? Но он быстрее меня на прямой. Он может оторваться. Мы, мы, мы можем не улепить. Хотя... Ну как? Он, блядь, в текстурах застрял, а я пизды получил. Нормально, короче. Нормальная тема. Так, Фрэнк Малков. Оба на полноприводных машинках. И... Отлетаем. Отлетаем. Так, вот тут нужно нитро. Это, конечно, зря я могу... Бля... Бля, все-таки беру назад, что... Слово назад, что это она начала управляться. Ну, знаете, хочу сказать, что на скорости... Она хоть как-то и вписывается так себе, но на скорости ее не болтает. Вот я, я могу вполне себе вырулить из какой-то ситуации. Тормоза лютые, кстати, пиздец. Я чуть-чуть нажал, уже 40 км мм сбросилось. Нормально. Где-то 6, 6 минут гонка длилась. В общем... Uh, давайте продолжим кубок. Ну, было неплохо. Было неплохо, соглашусь. Лучше круг нет. Спасибо, спасибо. Продолжаем. Что-то сиркют. Сиркют кольцо. Кольцо, кольцо это хорошо. Кольцо это хорошо. Ну что, полетели? По газам. А, -о -о -о, пацаны, пацаны. Пять кругов. Да ебаный рот. Охуеть. Но ну, это будлинный этап. Это будлинный и веселый, сука, этап. Я, я считаю, отличное начало. Я еще ни хрена не сказал. Ууу, новый рекорд. Новый рекорд за сегодня. Если Если Джек Бентон отлетел где-то на 70% трассы, то лейбинг за 10%, если там не 5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо! Как хорошо-то как было. Она, кстати, лоу шная Она лоу хпшная, ее, возможно, добьют. Ёк, макарек, что? Ебать! Это у меня тачка такая ебанутая. Ёбаный рот, что, что, блядь? Что вообще, что вообще было за эти полторы минуты? Ёбаный пиздец просто. Охуеть, папаша. Отлетает нахуй чисто, блядь. Просто нахуй, пиздец. Охуеть! Бля, у меня нет слов просто. Все, пошел по трибунам. Тачка маякста. Мне батя она весит там 5 грамм. Кто-то, кстати, на первом месте, хорошо так. О! Джек Бентон, не хочешь своей подружки? Не хочешь, не? Вон она припаркована. Здорово! Ой, кстати, как по, по, по траектории, но я чуть проебался. Давай, 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 давай! Не-не. Давай, 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 обгоняй, обгоняй. Обгоняй, брат, эти, я, я, я хочу его ёбнуть. Нет, стоп, я не хочу его ёбнуть. Ух, в этот же автобус. Вот она, Джилл Ричардс. Все, моя цель на сегодня выполнена. Есть! Минус два, блядь. Минус два за гонку. Ёбаный рот. Мои тачки тоже чуть пиздец. Бачком на полном приводе. Нормально. Нормально. Ой, ебаный рот. Ой, 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 какие сладенькие. Какие сладенькие. Ебаный рот. Самая ебанутая просто серия. Ебанутая. Она еще половины не прошло. О, спасибо. Спасибо, папаша. Так. Так, 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 летим. Отлично, так. А, мы догнали. Мы догнали нашу любимого Фрэнк Малкова. Ух, и хуя, он хуярит. Ой, Фрэнк Малков, блядь, Джек Бентон. Джек Бентон, здорово. Нормально так едет, нормально. Так, просчитано. Просчитано. Давай, 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 давайте. Пацаны, пацаны, давайте. Хочу, хочу кому-нибудь въебать. Он там, он автобус охуительный просто. Просто самый пиздатый автобус. Ух, сука. Занесло, занесло меня. Так, нужно нитро, нужно нитро. Нитро. Я не помню, блядь, я ж нитро вроде не качал или качал. Чё он такая ёбнутая? Ёбаный рот. Ёбаный рот. Пиздец, он развалился просто по частям. Практически. О! Ну, в боулинг сыграл. Бля, мне должны... Мне, мне, кажется, надо еще, мне кажется, сейчас надо их не пиздить один круг и чисто, чтобы лучший круг, чтобы везде в зачете быть. Хотя МБ мне бульдозеры не дадут. Хотя, как сказать? Как сказать не дадут? Возможно, дадут. Возможно. Сука, вот жаль, что там столб это... Столб коллизии не имел. Ой. Ой, ну имел коллизию, да, но как стена. А то б я бы въевал бы этому челику. Так. Так, чуть застопились. Ничего страшного. Ой-ой-ой. Не, мне должны... Мне должны бульдозера дать. Должны. Они обязаны. Просто обязаны. Я тут столько, блядь... Это... Это же... Получается, я, блядь, все эти... Вот это все поспехал. Вот эти все покрышечки. Больше никто так не сделал, блядь. Так. Отлично. Разворот. Так, ух, ебать, пинаем, пинаем, пинаем. Не, тут я не просчитаю, к сожалению. Все, преследуем Джек Бентона. Бля, я бы, я бы сейчас бы выебал бы. Я бы, я помню, сейчас бы так бы прописал, блядь, все он охуел. Ну, но, но, товарищ Джек Бентон, товарищ Джек Бентон, вам повезло? Нет, вам, вам не повезло. А нет, не, он, он все-таки вырулил, он вырулил, он, он спас себя просто от гибели. Бля, хочу комбо! Это не я ее, это, это не я его ебнул. Это Рэй Картура зачитали. Софи Мартина зачитали Рэй Картуру. Сейчас надо лучший круг ставить. Отлетаешь. Охуеть, сколько? Минус... Еще один чел отлетел. Джейсон Уокер. О, ебать. Последнее место догнали. Нормально. Четвертый круг едет чел. Это Куртис Вульфи, да? Куртис Вульфи, да, гоняет. Тоже, блядь, разъебанный в хлам. Пяти кругов просто хватает. Да хотя и одного хватает. Алло, из Дуран. Блядь, он лоу-хпшный понятно, блядь, самоубился. Он, он просто понял, что, типа, ну все, сейчас пиздец будет. Он, он решил, чтобы никому килл не считать, он решил чисто въебаться. Блин, хорошая тактика, чел, хорошая. Не дал килл, так сказать. Я так кэсочки тоже делаю. Да и только я думаю. Бля, 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 бля. Хочу, хочу поставить лучший круг. Но это, кстати, может быть лучший круг. Может быть. Как вариант. Лучший. Новый рекорд круга. Да, это лучший круг. Ну что, смотрим? Четыре. Четыре. Сход, сход, сход. Блять, пять минус пять, сука. На сколько осталось? Ёбаный рот. Сколько? Семь человек. Охуеть. Охуеть. Самое... Еб... Просто еб... Чит, блядь. ебать. Чит, блять. Ебать. Охуеть! В дребезге 3000. Специальные бонусы. Слабо, крепко, переворот. Жестко, вылет, дребезги 3. Минус 3, да? В дребезге это вроде минус 3. Вылет. Ёбаный ж ты рот, нахуй. 20 очков. Бля, у нас еще две гонки впереди. 5 кругов. Все только начинается прошло половина этапа. Это... Бля. Я на плюс морали. Я готов их разваливать. Просто готов. Ну что, пацаны? В кучу! О, хорошо было то как. Уху! Уху! Полетели. Летим дальше. Преследуем, преследуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это, вот это было плохо. Вот это было очень плохо. О, припаркаля, они... О, здорово. Здорово. Тебе тоже здорово. Так, ебать там гоняют. Ебать, пацаны, хуярите. и Еба, Ебашите в кашу, да? О, так. Бля, и сам парканулся, блядь. Как же это больно. Как же это, сука, больно. А нам еще жить и жить. Я люблю так въебываться. Конечно. Оп, она. Блять. Вот тут мне очень много ХП снялось. Я прям уверен. Ой, бля, как же, сука, как же красиво. Как же, бля, как же, как же красиво. Ёбаный штырот. Просто по красоте. Просто делаем все по красоте. О, лайфхаки, Подручничок. плюс нитро. Так, там Фрэнк Мал. Ой, это Джек Бентон опять на первом месте. Что-что? 236 максималка. На той было 227 вроде. На плюс 10? Плюс 10 вроде, да? Или там не было 226? Я уже не помню. Или так же? Но точно не больше 240. Это я уверен на 100%. Фулловый гоняют Слышишь? Слышь? стоям брат. Лен, чилит себе. И это? Останавливаемся. Вот это было плохо. Я думал, я успе... Бам. 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 Второй круг, блять только второй круг. Джек Бентон. Здраво. Ух ты, ёбаный рот. Вот это был... О, и она фуловая практически. А, она... она... Она сама себя разъебала. Она разъебала сама себя. Ой, блядь, у меня, у меня та тачка уже дымится. Это не к добру. Лейбинг. Отлично. Как хорошо. Может, я тоже. А, а, ре... а реально ли всех уебать? Лейбинг, кстати, ебнули. А реально, блядь, реально же можно всех уебать. У меня, у меня было такое во футауте, в оригинальном. Uh, не за записью, конечно, но когда я мелким был, блядь, ну я, у меня было такое, что я всех разъебывал. Тут как бы сложнее разъебать, потому что тут побольше. Там в оригинальном было 8 противников, а тут 12. Поэтому сложно, блядь, как же, как же, как же неприятно. Бля, я, я все, я просто, мне похуй, каким я приеду. Ой, Джек Бентон, сладенький ты мой. Минус. До свидания. Как же хорошо, как же хорошо. Все нулевые, просто все нулевые. Всем. Всем сегодня досталось, всем. А у нас еще впереди-то гоночка. Еще, еще полгонки впереди. Блин, есть шанс, что мы всех разъебем. Есть такой шанс. Ой, блядь. Бля, вот самое главное с ними не разъебаться. Это, 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 блять, это самое главное. Софи Мартинес тоже нормально, кстати, едет. Целенькая, целенькая, малая, целенькая. Так. Паркуемся и взад. Не, не проканулись. Окей, разворачиваем. Разворачиваем. Юзаем нитро. О! Отличная по. У я, я, я даже, я даже не доехал до стеночки. Мы сразу сделали минус. Балдежненько. Так, следующий на прицеле у нас Куртис Вульф или Льюис Дуран? Какой? Льюис Дуран. Здорово. Льюис. Ой-ой-ой, тачка дымится-то черненьким, да? Так, ладно, я его оставлю. Я его оставлю. Минус один. Еще один. До связи. Первое место. Я предлагаю чуть их подождать. Я хочу, я хочу их нахуй разъебать, сука. Я хочу одним остаться в гонке. Я хочу остаться одним... В гонке, блядь! Кто у нас лоу хпшный? Кто у нас лоу хпшный? Лянь, хреначит, хреначит! Убегает! Ебать, тут столько трупов, блядь, просто нахуй! Съебают. Съебывает, съебывает, падло. Гляньте, как он гонит. Глянь, погнал, погнал. Вот чертила. Ну давай, затормози, блядь. Повезло. Пятый круг. Пятый круг. Люсь, Дуран нулевый. Живой! Как? Не живой? Рэй, 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 Картер? Сука, тупые линкольны. Нас, кстати, на, на, нас четверо, да, осталось? Ну, почти. Почти их, и слишком много. Мне кажется, было бы шесть кругов. Я горю. Надо самому уже съебывать. Все. Это, бля, это про, это просто, это, сука. Сколько минус, сколько минус, скажите. Нас пятеро осталось. Мы, я, мы почти всех уебали. Раз. Семь минус семь, ебаный рот. Блять, можно мне, пожалуйста, с самого начала, с самого начала вот этот вот влет, вот этот вот ебать супер красивый влет, нахуй просто, просто сука в толпу, просто, просто, блять, ебать, ебать не повезло, ебаный рот, просто посмотрите, блять, на это, посмотрите, что это такое, что это, блять, было, это как, это просто пиздец. На нахуй. Просто, блядь, месиво. Просто месиво, блядь. Я это сохраню. Я это, блядь, просто вот так вот заскриню. Просто ебаное мясо. Просто посмотрите на это. Что тут творится, блядь? Что это? Охуеть, охуеть. Блядь. Бля, пизда ты Не, я извиняюсь, мы должны проходить, но я хочу... Ну я кому-то... Я тут кому-то еще вроде въебал, да? На повороте. Не, я тут красиво вошел. Бля, красиво, красиво. Ой, в Линкольн въебался, понимаю. Ебать, у нас, еще... у нас остался последний кубок. Ну как кубок? Нет, тут, конечно, не, не все топы. Блять, охуеть, охуеть. Лесная трасса, да? Нет, тут нереально всех разебать На городских картах очень легко всех разносить Потому что за счет За счет тех же домов, за счет столбов Можно парковать А тут, типа Тут только эти холмы Типа, вот Можно, конечно, да, припарковать, припарковать. Блять, Ебать Тихо-тихо-тихо Я не ожидал Я не ожидал здесь увидеть трамплин Я что-то подумал, что это немножко другая конфигурация Вот этой трассы Ёк, бакрёк, ладно, нормально, нормально едем. Я живой, я живой, все хорошо. Так капот нахер идет. А... а, не просчитал, не просчитал, не просчитал, не просчитал. Вот, вот это вот печальненько, конечно. Была бы городская карта, мне кажется, вот об стеночку было бы и хорошо. Понимаю. Главное, главное, что не тросик дали. О, понимаю, дрифт, я реально бэквардом зашел. О, блядь, типа это мясо. Тихо. Так, пацаны, дамы и господа, проезжаем. По газам, по газам. Отлично. Балдежно. Бэкворд Тоже неплохо. Так. Не-не, мне скучно, мне скучно. Хочу, хочу мясо. Мясо, матики, убийство хочу. Давайте, давайте, проезжаем, проезжаем, дамочка. Блять, не, не, просчитано. Не просчит... блять, понял. Понял, съебаем с вообще с трассы, нахуй. Едем на, на городскую. Оба-на. Так, вот тут вот надо кого-нибудь-то О! Вот это неплохо, кстати, было по Фрэнку. И поэтому... блять. Mm -hmm. <laughs> блять, охуенно. Охуенно, блять, Рей Картер просто отдыхает нахуй сегодня. Ему просто, сука, не везет сегодня. Не, ну как? Почти. Oh. Тихо, все, отлично. Затормозил. Так, да давайте подождем. Давайте подождем, и последний круг будем делать лучший. Давайте, давайте, ждем, 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 ждем. О, Полетели уже. Кто-то уже нахер вылетел. Так, о, Рейк, о, этот, мои любимые София Мартинес и Джек Бентон. Просто топ-тим, блядь, еще... Бля, я, 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 я всех буду нулевыми оставлять. Там лоу хпшный Картер и София. А, ну все, Рей Картер минус. Рэй Картера уебали. Дайте Соньку хотя бы. Пожалуйста. Соньку, 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 Соньку. Хорош, блядь, лишь бы она не уебалась. Прошу, не уебись. Не уебись. Сука, ебаный камень. Не уебись, прошу, 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 прошу. Бля, да что ж ты живая такая? Это мне дали 5 звезд, или она... Или... Ой-ой-ой-ой-ой, ебать, ебать, тут ли... Охуеть, бля. Я просто с этой серии в ахуе. Это самая ёбнутая серия просто. Блядь. Ебать, блядь. Столько моментов, нахуй. Столько хайлайтов. Просто столько хайлайтов. Я ебал. Ребята, у меня просто сейчас нет слов. Я просто хочу... За это вы должны просто поставить лайк. Вот Обязательно, ребят за, Особенно за прошлый раунд Где минус 7 мы сделали Бульдозер, конечно, не я Обязательно, ребят, Лукасик Без этого никуда Все, всем спасибо за просмотр Александр был на бите Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки Колокольчик вот. Оставляйте свои комментарии И, ребят, я на этом прощаюсь Желаю вам всем хорошего настроения Никогда не унывайте Всем удачи и всем пока.